Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, потому что для нас с Алексеем, когда у нас есть звонки, разговоры вести легче, продуктивнее. Что скажете? Ваши ощущения какие? Но, со звонками и без звонков? Ну, на мой взгляд, разговор начинает происходить, потому что рассуждение вслух в одностороннем порядке — это не совсем разговор. Хотя я знаю, что рассуждение других людей как какое-то такое... какие-то соображения, которые они высказывают, сейчас становятся, ну, таким своеобразным фоном, может быть, обоями такими. Ну, люди едут где-то в машине, готовят курицу. Гуляют с собакой, да, и слушают, например, подкаст. И слушают, да, аудиотрек какой-то, может быть, даже нашу передачу без видеосопровождения. Ну, и каким-то образом это, возможно, помогает им что-то делать. Ну, например, соображать. Например, полемизировать с нами заочно. Например, ну, может быть, кого-то это успокаивает, и у кого-то возникает со временем ощущение, что все на местах. Снова вышла передача, люди разговаривают, дождик капает, ветер шумит. В общем, мир не сошел с ума пока еще. Все на своих местах, собака ходит, птицы чирикают. И я знаю, что для кого-то, ну, это такое важное переживание. Конечно, что потому что полемика, даже внутренняя, да, с людьми, ну, с нами, да, если вы привели такой пример, она может побудить человека, ну, делать что-то свое, да, и свои какие-то знания нести миру. Я думаю, что, ну, может быть, меня поправят, кто-нибудь позвонит и поправит. Я думаю, что сейчас приглашение в любую полемику, а мы с вами, Елена, в какой-то степени приглашаем людей, ну, не в какой-то, а в определенной, напрямую мы говорим, звоните. Я думаю, что для здравомыслящих людей это может звучать как приглашение в игру определенную. Я полагаю, что для части людей есть часть людей устала от игр. То есть это не просто дискуссия, это такая прилюдная дискуссия в формате определенного времени. Может быть, у этого разговора есть какая-то обратная сторона, например, привлечь внимание к чему-то, да, к передаче привлечь внимание, да, к какой-то информации, к отдельным персоналиям. Ну, то есть за этим, за всем видится, мотивы других людей. И иногда это людей настораживает от достаточно откровенных разговоров, да. И тогда разговор получается формализованный. Ну, что значит формализованный? С обеих сторон какие-то заготовленные фразы. Но я рад, что в нашей передаче вы меня спросили, я так возвращаюсь, наверное, к ответу. В нашей передаче я слышу искренность, и она важна для меня, даже если она замаскированная. Она побуждает размышлять, она побуждает отвечать. Искренность, вот, например, после наших передач я получил такую обратную связь, от друга получил обратную связь, еще от коллег, что люди сейчас, я немножко к теме перехожу, к тому, что, о чем, может быть, хотел поговорить. Обратную связь о том, что людям интересны, ну, сейчас у нас время гайдов таких, да, руководств определенных, гидов по... Гиды, чек-листы. В том числе по коммуникации. Причем, чем короче чек-листы, тем более они востребованы. Как общаться со своим ребенком? Как общаться с супругом?
как общаться на первом свидании, как общаться на втором свидании. Как общаться с начальником. Как общаться с начальником, как общаться при разводе, как общаться в постели, как общаться в курилке, как общаться с нарциссом, как общаться с токсичными людьми, ну и так далее, и так далее. Я список могу продолжать. Буквально перед передачей вот здесь с коллегами мы обсуждали, как общаться с таксистами. Не знаю почему, но такая тема возникла. Как общаться с продавцами, как общаться, если вы хотите получить скидку, как общаться, чтобы, ну, все что угодно, да. Вот это вот очень интересный феномен, на мой взгляд, который, ну, я подумал, что это значит для нас, да, мы хотим вот таких коротких инструкций. Делает ли это общение более безопасным и более гарантированным? Ну, то есть, если я имею такой гайд, я гарантированно, например, смогу общаться со своим терапевтом. Как общаться с терапевтом? Я пришел в поликлинику, я должен спросить первое, второе, третье, четвертое, пятое, да, чтобы, ну, ничего не упустить. Там, ну и так далее, да. Ну, я думаю, что за этим стоит потребность, во-первых, в продуктивной коммуникации и сократить вот это время достижения своих целей. То есть, ну, например, вы говорите к терапевту, мы знаем, что сейчас у терапевтов 15 минут на прием. Есть задача у терапевта расспросить пациента, но и у пациента есть задача рассказать о своей болезни настолько, чтобы вот быть услышанным. Вы сказали замечательную вещь, Елен, и я об этом думаю по поводу продуктивности. Ну, поправьте меня, но если я пришел и стараюсь продуктивно поговорить с терапевтом, то тогда я, наверное, не сильно должен удивляться, когда терапевт пытается продуктивно поговорить со мной. Возможно. Ну, например, он говорит, это не ко мне, идите в соседний кабинет. Ну, или мое время закончилось. Ну, имеет право абсолютно, да. Или у вас нет одного из 80 анализов. А без этого я не могу перевести вас на следующий этап. Я сейчас не встаю ни на ту, ни на другую сторону, но мне интересно, как мы в этом, я имею в виду люди, в этой коммуникации, ну, двигаемся, как мы выживаем, как мы достигаем целей и каких целей, да, как в таком случае, ну, вот в таком случае взаимных гайдов, потому что мы с вами знаем, что и, допустим, эти гайды прописаны для терапевтов и для хирургов, да, как чек-листы, как общаться с пациентом, что нужно говорить, что нужно не говорить. Алгоритмы коммуникации, да, для терапевтов, для психотерапевтов, для психологов и так далее. То есть мы друг друга снабдили вот этими алгоритмами, и я пытаюсь вот последнее время, наверное, понять, что мы таким образом друг другу хотим, о какой продуктивности идет речь. Вот, наверное, так. То есть мы друг от друга начали... Я про то, что, ну, это нормальная вещь, наверное, да, вот так общаться, но не заползает ли она на территорию... Ну, бесконечно ли она не расширяется? Может быть, на ту территорию, где невозможно заранее спрогнозировать, как нужно общаться, да? Вы думаете, Алексей, что подобные гайды, они мешают людям быть спонтанными в коммуникации? То есть это как раз вот тот формализованный, такой механистический немножко подход к общению с другими людьми. В чем... Вы видите опасность или пока вы ограничиваетесь размышлениями, почему это так происходит? Я думаю, что они нам помогают. Вот если вспомнить вопросы наших телезрителей, Наталья из, по-моему, предыдущей и еще одна телезрительница, я не помню, как зовут, она спрашивает, вот у меня сначала Наталья, она спрашивает, как мне общаться с моей дочерью.
То есть это, ну, в какой-то степени запрос на такой гайд, может быть, дочерью, на какое-то понимание. Дочерью, которая как-то там воспитывает, в свою очередь, свою дочь. Свою дочь, да. Угу. Еще одна наша зрительница говорит о том, что у нее сын с такой длительной болезнью. И она спрашивает тоже, как им помогают, но тоже, собственно, спрашивает про гайд. Спрашивает про вот этот самый дорожную какую-то карту, да, какие шаги, какие программы подготовлены. У нас, ну, гайды, программы, это все туда же. Ну да, много примеров можно привести, я сейчас специально из говорю... нашего контекста, да, вот, который здесь был, даже в прошлой передаче, когда мы говорили про 70-е автобусы, и нам звонила одна из пассажирок, да, и тоже там было про коммуникацию. Да, почему, значит, кондукторы 70-го маршрута, и правда, почему, уважаемые кондукторы, вы не действуете по, ну, предписанному распорядку, да, по инструкциям? Вот это очень такой вопрос, да. И я специально привел эти примеры, потому что, и вы подхватили, потому что, ну, они везде, эти вопросы. И когда вы говорите, помогают ли они или мешают, они, очевидно, помогают, но, мне кажется, происходит что-то еще в связи с этим. И я вот, наверное, как-то пытаюсь на это, ну, наш разговор какой-то вывести, может быть, предложить нашим зрителям высказаться, как они себя в этом чувствуют. Может быть, в вашей жизни такого не происходит, может быть, как-то по-другому общаетесь с людьми. Ну вот, интересно. Я бы сказал, наверное, что для меня сейчас это пример такого. Вот была аналоговая коммуникация, а сейчас наступает цифровая, посчитанная до минут, может быть, до каких-то выверенная до каких-то пунктов. И это очень интересно за этим наблюдать. Она целенаправленная, она, ну и так далее, много каких-то моментов. Но такое у меня ощущение, что что-то из этой коммуникации уходит, что-то очень важное, или, по крайней мере, не может быть выражено. Такие размышления. Интересно, я вспомнила, достаточное количество лет назад мне сотрудники подарили книгу «Как влюбить себя на работе любого». Да, там что-то вот такое как бы вокруг этого было. И я думаю, я не открывала ее. Она так стоит у меня на полке, к сожалению. А может быть, к счастью, наоборот. И возможно, если следовать инструкциям, то из этой коммуникации, если целью является любовь, она-то как раз и исчезнет. Не знаю, это, уважаемые телезрители, наш, наверное, вопрос к вам, если вам интересно что-то по этому поводу высказать. Я предполагаю, что вы, возможно, в такой же ситуации, как и мы, как человеческие существа, в ситуации неопределенности, потому что там, где нет инструкции, там есть неопределенность. И это такая черная дыра, которая забирает время, потому что на определенность нужно какое-то время потратить, нужно сориентироваться, нужно выносить эту определенность, что ли, да, выносить себя в неопределенности, уметь пребывать в некотором времени, когда эта неопределенность существует, и когда ты существуешь в этой неопределенности, да, ну, психологи, может быть, сказали бы существовать в некотором смысле в тревоге, потому что это тревога. Тревога, которая, ну, может быть, ориентирует нас, тревога, которая, или с помощью которой мы ориентируемся. Ну, в общем, это вот такая вот тема. Я почему еще об этом говорю? Мне кажется, что наша передача, ну, может быть, это то, как я вижу, балансирует на вот этой грани определенности и неопределенности. То есть я внутри это ощущаю. То есть хочется людям сказать какие-то определенные вещи, и, возможно, наши зрители из-за этого нас смотрят, чтобы в их жизни появилось больше определенности. Определенность... У нас же время специалистов,
которые владеют какими-то определенностями. Ну, каждый в своей сфере. И поэтому мы друг другу эту определенность... Так, ты кто? Ты психолог. Ты эту сферу исследовал, ты мне расскажи. А я, например, ну, я не знаю, там, продавец зимних шин или каких-то шин. Я тебе свое определю. Ну, вот мы поменялись знаниями. И, в общем, в какой-то степени это вполне себе... хороший обмен, и не нужно тратить время, и неопределенность уменьшилась, да. Вот, но вот возвращаясь, эта передача, на мой взгляд, балансирует между определенностью и неопределенностью, между тем, чтобы мы что-то выражали явно и внятно, и тем, чтобы мы что-то говорили, но было не очень понятно, о чем это, но я надеюсь, что это каким-то образом способствует рассуждениям людей о том, о тех зазорах, о тех мгновениях, когда они чешут себе затылок, когда они смущены, когда они задеты чем-то, и когда они не знают, каким должен быть ответ. И в какой-то степени они длят обращение за помощью. Ну, потому что в любой момент сейчас можно в два нажатия неопределенность сменить хоть на какую-то определенность. Ну, просто из любого гаджета, из любого утюга. Хоть какую-то информацию получить, да? Ну, и начать с этого. Вот, но... тут может быть еще вопрос, а зачем эта неопределенность нужна, что в ней рождается? Рождается ли что-то, или это просто молчание, тарабарщина какая-то? Ну вот, в некоторой степени, я еще об этом говорю, потому что люди, которые приходят на прием к психотерапевту, приносят свою неопределенность. Ну, пытаются ей поделиться, что ли, да, пытаются быть услышаны в этой неопределенности. При этом интересную тему вы поднимаете, Алексей, и ждем действительно обратной связи от нашей аудитории. И мне кажется, важно, что люди не только задаются вопросами, как мне там общаться, да, как выстраивать эту коммуникацию, но, исходя из нашего опыта ведения передачи, нам звонили люди, которые не знают, как из молчания выйти, да, когда у них круг общения очень сужен. Вот вы привели пример про работника зимних шин и психолога. Угу. Если у психолога нет клиентов, и у работника зимних шин нет клиента, они будут лихорадочно искать, как вот хотя бы для первого слова, да, с кем-то выйти на контакт, чтобы получить возможность рассказать о своем продукте. Да. Ну, рассказать о своем продукте – это такой практически социально одобряемый способ сейчас друг другу представиться. Да? То есть, в первую очередь, с позиции профессиональной какой-то принадлежности. Да? Ты кто? Я психолог, а я, ну, там, продавец, да, или я преподаватель, или я, ну, там, менеджер какой-то. Алексей, пока мы ждем звонков от наших телезрителей, вот это ваше рассуждение можете развернуть на каком-то примере, ну, не знаю, из жизни людей, может быть, ваших пациентов, там, да, или это, может быть, какие-то вымышленные люди. Я о том, что как в процессе общения встает перед людьми вот этот вопрос общаться как? Да, общаться как с женой, общаться как с ребенком, мужем, с родителями. Ну, именно так это и происходит. В кабинет приходит пара людей, которые до определенного времени жили чем-то совместным, ну, чувствами какими-то и ожиданиями. А потом эта совместность, что-то с ней стало происходить, с этой совместностью, и возникло вместо очевидного движения к запланированному какому-то результату, возникло ощущение растерянности, возникло переживание того, что мы идем не в ногу, они идут не в ногу.
переживание, что что-то стало не так. Для нее что-то стало не так, для него что-то стало не так. Картины мира разделились. Чаще это поражает конфликты или не обязательно это сопровождается конфликтами? Ну, если понимать конфликт как возникновение разных точек зрения, то обычно это сопровождается конфликтом. Он может быть явный или неявный, ну, то есть выражаемый или невыражаемый, но в определенном смысле, да, это сопровождается вот каким-то таким разделением и какой-то такой неопределенностью. Это какой-то переходный этап, переходный период. Люди, которые, вы просили примеры, люди, которые пережили эпизод, скажем так, психического расстройства, они в течение какого-то времени находятся в неопределенности. Ну, как с этим быть? Как тот опыт, который возник, как его вплести, вписать в текущую жизнь? Я вот нигде не встречала никакого гайда по поводу того, как начать общаться или как вернуться к общению после пережитого эпизода психического расстройства. Хотя, мне кажется, это актуальная тема. Почему она не получает такой вот широкой огласки? Или это слишком вот маленькая ниша? Ну, может быть, пока не добрались. Может быть, пока не добрались, но я знаю, что такого рода рекомендации есть людям, которые, ну, наверное, западных источников побольше, наших поменьше, людям, которые, ну, что-то такое, да, пережили. Ситуации психологических травм, ситуации неопределенности. Вот, наверное, можно так сказать, что мы, с одной стороны, так коллективно все стараемся избежать этой неопределенности, и в этом смысле все чаще люди, которые испытывают психические трудности и нарушения, все чаще эту неопределенность приносят в качестве болезни, в качестве проблемы. Половую неопределенность. Поясните. Ну, мы об этом начинали говорить, и, к сожалению, эти ситуации иногда заканчиваются фатально, как и разные другие ситуации, да. Ситуации, когда человек пытается со своей собственной половой идентичностью определиться, это, например, подростковый возраст, да, и в этой неопределенности им очень сложно. Гайдов пока не существует. Есть старые гайды, старые гиды, старые инструкции. По старым инструкциям нужно соответствовать определенному полу. А если возникло какое-то переживание или сомнение, неизвестно, что делать с сомнениями, кроме того, что указано. Возвращайся к классическому варианту. Но, к сожалению, мы так устроены, что это сейчас так не работает. Ну, просто призвать. Уж тем более загнать. Культура сейчас накладывает свой отпечаток, и вы знаете, все больше подростков оказываются захваченными этими вопросами, которые, ну, возможно, они даже не имеют возможности задать их эти вопросы взрослым, которые находятся в их окружении. По поводу культуры это интересное замечание с вашей стороны. Я на это смотрю таким образом, что мы сейчас переживаем просто триумф такого европейского сознания, которое мы прокачивали на протяжении длительного времени. Что я имею в виду? Это сознание аналитическое, безусловно, это сознание, способное заглянуть в любые уголки природы или Вселенной. Но просто время дошло до пола, время дошло до каких-то, до этических вопросов, то есть время дошло до семьи, время дошло там до Бога когда-то дошло, да? Я с трудом себе представляю, до чего еще время дойдет, куда еще наш... Время дошло до бессознательного, да, когда сознание заглянуло, а что же у нас там под коркой находится, да, и начало это оттуда доставать. То есть я не говорю там про космос, про звезды, это все само собой прилагается, да, мы в гуманитарных, в смысле связанных с человеком науках, заглянули. Поэтому
Я-то как раз думаю, что это не откат и не какой-то регресс, а это вот самый что ни на есть, ну вот такой апогей. Да? Мы заглядываем и анализируем, и раскладываем, анатомируем все, что возможно. И этика, ну, хоть как-то, да, нормы морали, культуры, хоть как-то этот разум сдерживают, но я не уверен, что его можно будет остановить. Возглавить, да, но препятствовать вряд ли. Вот, поэтому я думаю, что это скорее не культура, а дети, ну, это подростки, это наши, это мы же, только моложе, как поется в песне, да, которые этим инструментом открывают все консервные банки и все тайны, или пытаются открыть, которые до этого были просто закрыты и запечатаны и не вызывали ни у кого сомнений. Вот, я вас да. Вот переключила немножко, да, вы начали говорить про половую идентичность, потом что-то еще там. С какой неопределенностью приходит? Да, с какой неопределенностью? Очень много, но опять же мы об этом говорили, я могу вернуться, потому что для меня это по-прежнему интересный вопрос. Очень много приходит с неопределенностью, с вопросом неопределенности, кто я. Если раньше на это был четкий ответ. Мало того, раньше у родителей был достаточно четкий ответ своим детям, кто они. Ну, это инсталлировалось, как сейчас говорят, да. Ну, кто ты там? Ты россиянин, ты пионер, там ты, я не знаю, да, ученик, ты отличник, ты мальчик, ты девочка. Ну, вот назовите сейчас что-то одно, что имеет абсолютную ценность. Ну, из этого. Это может иметь в семье абсолютную ценность, но это может, ну, человек выходит и говорит, а я там отличник, а ему говорят, ну и что, да? Или он говорит, а я вот там еще что-то. То есть вот сомнение в себе, то есть кто я, этот вопрос задают подростки и люди, ну, там, около 20-летнего возраста. Вопрос смысла, вопрос очень сложный. Тоже мы об этом говорили, и тоже вопрос, ну, неопределенности такой, да, а в чем смысл? А зачем? Зачем учиться в институте? Говорили об этом, не буду уходить. Зачем работать? Зачем, зачем строить семью? Зачем вообще вставать с дивана? Вот, и дальше масса гайдов, где, ну, мы самим же себе говорим, зачем это делать, да? Ну, там, чтобы заработать, чтобы уехать в, из осенней Самары куда-то потеплее. Ну, не всех это поднимает с дивана. Ну, конечно, чтобы реализовать себя, но надо же сначала понять, кто я, да, чтобы начать себя реализовывать. Ну, тут такой какой-то замкнутый круг возникает. Кто я и чего хочу? Да. Чего хочу, я, может быть, знал, чего хотели мои родители. Приходят опять же эти ребята и рассказывают о том, чего хотели их родители посредством детских организмов, я бы так сказал, детских тел. Они хотели, и душ. Они хотели там танцевать, они хотели петь, они хотели золотых медалей, они хотели языки красных учить. Дипломов, языки учить, да. Дети приносят им все это и говорят, что дальше? Родители говорят, ну, или в какой-то момент дети говорят, все, мы не хотим больше в эту штуку играть и так далее, да. Ну, там классические темы о том, что я хотел быть музыкантом, а меня отдали там в шахматы. Вот, и вот, вот эта вот тема неопределенности абсолютно удивительная какая-то тема, абсолютно интересная, как будто, с одной стороны, требующая во взрослом мире вот такой массы гайдов, ну, то есть взрослые могут своим детям, наверное, выдать кучу пухлых книжек и сказать, вот, учи, да, но это все вот от этой жизни и неопределенности не спасает. Это что-то такое, какой-то такой континент абсолютно неизвестный и непонятный, осваиваемый всегда в одиночку. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Напоминаю нашим телезрителям, каждый вторник у нас прямой эфир. Звоните, подумайте, может быть, заранее какую-то тему, которую вы хотите обсудить с нами. Мы открыты с Алексеем для диалога. Сегодня мы поддерживали для вас неопределенность, место, куда вы можете прийти со своими какими-то вопросами. Всего доброго. До свидания.